Привет всем! Меня зовут Вера, я из Москвы. Хотела бы оставить отзыв о марафоне «Возвращение к себе» Ольги Алексея Валяевых. Прежде всего, хотела бы выразить огромную благодарность за этот марафон. Он мне помог структурировать знания о том, что нужно делать для того, чтобы стать, почувствовать себя более гармоничной. Вот. Но самое главное сознание, самое главное вообще польза, которую он мне принес, состояла вообще в очень простой банальной вещи. То есть она может показаться простой, но на самом деле она для меня была просто открытием. А именно, у меня был всегда вопрос, почему я не нахожу в себе силы вдохновения готовить мужу завтрак. Вот вставать рано до него, да, и готовить мужу завтрак. Почему? Ну, то есть, казалось бы, так просто. И уже после прохождения марафона меня просто осенило. То есть, огорошило меня это осознание. А оно состояло в том, что я просто не наполнена по-женски. Очень важно было узнать, что нужно обязательно заботиться о том, чтобы наполнять себя на 4 уровнях: физическом, эмоциональном, интеллектуальном и духовном. Вот, я поняла, что у меня страдает очень сильно физический уровень. Вот. Если со всеми тремя стоящими как-то что-то я делаю, то с физическим уровнем просто большой-большой пробел. Вот. Из-за этого у меня абсолютно нету сил, абсолютно нету вдохновения. И я поняла, почему я не могу приготовить мужу завтрак. То есть я просто банально опустошена. Вот. У меня маленький ребенок, и поэтому, в общем, многие меня, наверное, поймут, мамочки. Вот. То есть, как говорится, цель видна. Теперь нужно работать в этом направлении. Я очень благодарна Ольге и Алексею Валяевым за то, что они делают такие марафоны, и за то, что они, как сказать, продвигают вот такие хорошие, замечательные знания для женщин. Вот. Теперь я хотя бы поняла, что со мной и что делать нужно. Спасибо вам большое. Спасибо, что посмотрели мой видеоотзыв. Всем пока.